Делегация Чуваши участвует в международном форуме добровольцев. Он стартовал вчера в Москве. Это итоговое мероприятие года волонтера в России. Чувашу на форуме представляют победители регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» и руководители волонтерских центров. Всего 19 человек. Они участвуют в дискуссиях, мастер-классах. Первые два дня – это образовательная программа. А завтра состоится торжественная церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России-2018».